Моя цель как главы города в том числе показать, что у нас есть сфера производства, которая требует профессионального управления, профессиональных рабочих, профессиональных высококвалифицированных инженеров для того, чтобы развивать производство. Потому что количество юристов и экономистов уже более чем достаточно. Сейчас у нас, я бы сказал, немалое количество современных предприятий работают на территории города Оренбурга, которые развиваются и где требуются как раз высококвалифицированные и рабочие, и инженеры. Но кроме таких монстров производства, как, например, ПО «Стрела» или «Газпром», у нас существует достаточно большое количество вот таких предприятий, где мы с вами сегодня находимся. Как правило, ими руководят, и не то что руководят, а создавали, и сейчас руководят данными предприятиями наши оренбургские ребята, девчата, которые создавали свой бизнес с нуля. И почему мы достаточно часто бываем вот непосредственно на предприятии данном, где мы с вами находимся, я знаю, как оно создавалось. Сажать на тех же гектарах, где растения, а уже вот на подвесных лотках, то есть это. Хотели сказать все вместе, вам спасибо большое, очень все интересно, увлекательно, и, возможно, может быть, мы свяжем свою будущую профессию с данными предприятиями в нашем городе. Все это красиво, современно, если я чем-нибудь вас удивил, что-нибудь дал вам нового для вашего соображения, для вашей мысли, я только рад. Ну а так вот, да, можно себя попробовать в разных отраслях народного хозяйства. Спасибо. 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 Я увидела, как реально работает реальное производство и то, как работают станки, всю технологию. И я загорелась желанием работать на таком предприятии. Мне безумно понравилось. Больше всего, наверное, понравилось вот этот колоссальный объем информации о том, как все механизировано и как все создано по новым технологиям. То есть, ну, начинаешь гордиться, во-первых, своим краем, что есть такие предприятия с таким оборотом и с таким масштабным производством. И становится так интересно, а как это все, какая технология, как это все организовано, как это все структурировано. Касательно первого, хотелось бы отметить, что это очень оснащенное такое предприятие, и оно так разрушает миф о слове вот предприятия, когда человек думает, что там рабочий, ну, что такая черная работа там и такое прочее. Но конкретно на РБК мы увидели, что там полностью все технично оснащено, там действительно работают высококвалифицированные специалисты, и работа там дает перспективу на развитие дальнейшее. На предприятии у Дениса Гончарова было очень интересно, узнал много нового о этой сфере деятельности. В теплицах тоже попробовал огурцов, которые были очень вкусные. Вот. Хочется сказать огромное спасибо Евгению Сергеевичу за то, что он участвует в жизни молодежи, помогает им узнать что-то новое.